Вот такой вот солдат. Руку одну вот поднял вверх, вот, и она никогда не пошевелится уже. Стоит он на подставке, вот. Такая вот подставка вот у него. Вторую руку он так вот протянул. Вот такой вот интересный солдат, вот. Вот он так сбоку смотрится, вот. Сверху вот так. У него такая фуражка. Это солдат, как вот. Раньше в детстве любили такими солдатами играть. Вот так. Солдатами вот такими играть, потому что это незаменимая игрушка из детства. Я думаю, забыть солдатов, ну, очень сложно, потому что это было детство, которое незаменимо. Должно было быть вот такие вот солдаты. Я думаю, он хоть и простой, но оценить можно. Потому что многие могут вспомнить своих солдатов, солдатиков своих разных. И я думаю, оцените моего солдата как можно оценить. Потому что он заслуживает этого, потому что сейчас практически ни у кого таких солдатиков нет, поэтому храним память прошлым временам.